масло, 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 нехуевое масло, масло, олейна, масло, оливье. Селедкой. Алло. Алло, Аслан, здорово. Вы похмелились уже. Господи, Валерий, ну чего вам надо, ну? Ну, кто вы, Аслан? Ну, какой? Я Никита Игоревич. Никита. Ну, как дела, Никита? Как у вас? Пропала ваша беда. Пропала беда. Да не, беда существует всегда. Слушайте, ну я... Ну, метр по метру, вы знаете, это только капитальный ремонт, я вам посоветую сделать. Подайте заявку в департамент городского имущества. Так меня никто не делает. Если у вас там такая дыра. Не, ну, вы представляете, дыра метр на метр. Пусть они придут, обследуют, у вас может быть угроза обрушения дома. Да не, я, знаете, я не переживаю за этот гребаный дом. Мне просто сам факт того, что человек срет с ракой своей мне туда в щель, меня это, ну, будоражит. Я хочу, нет, чтобы но это вы ерунду несете, я понял. Видите, вы даже не понимаете, кому вы звоните. Как это, кому? Юристу, юристу. Что, Аслан? Подождите, это Аслан. Вы сейчас, вы сказали Аслан. Какой Аслан? Да. Что так, Аслан? Ну, продавец Спайс. Вы зачем ему звоните? Алло. Каких Спайсов? Продавец. Алло, это ты? Аслан. Откройте статью 228.1 УК РФ и почитайте повнимательнее про Спайс, там какую, написано. Какую статью, ёпта тебе, нет, Спайс надо, блядь, сейчас Серёга здесь отдыхает. Ну так спите, спите, Валерий, что вы опять название? Я тоже уже карту готовлюсь, вы чего хотите? Ну, вы решили свою проблему? Я проблему когда не решил. Когда она произошла? Аслан, продайте мне, я решу все проблемы. Какой Аслан? Вы звонили мне сегодня целый день, что у вас срет сосед и на вас капает. Что у вас умерла жена в 74 года. Это да. Вам 54 года, вы одноногий. Да. Ой, господи, кто же вы? Одноногий донбассовец, да, который я... всю жизнь сейчас поработал на шахте. Поймите, ну, я министр экономики Донбасса, да. В общем, набирайте 112, а потом на троечку жмите. Вот, и там вы все изложите, ладно, вам там, может быть, ладно, даже помог. Никиточка, ну, не хочешь помогать пожилому пенсионеру? Ну, а как я тебе помогу, дед? Ну, ну а как? Как я тебе помогу? Ну, я, как, что понимаешь, ты куда делаешь? Я воевал за тебя в свои годы. Где тут ты воевал, дед? На Второй мировой. В 54 года? Да. А что? А в каком году ты рождение, дед? Я якобы, дед. 1931-го. Ну и как же тебе может быть 54 года? Тогда тебе больше 80 получается. Да что ты придумаешь? Ну что ты это самое? Не придумай. Ты хоть считать научись. Я отлично считаю. Ай-яй-яй-яй. Кого там? Денежки считаешь? Да, ай-яй-яй-яй. И денежки считаем, и года считаем. Все, что поддается исчислению, могу посчитать. Я ж не... Ладно, я просто все. Я сейчас с Серегой сижу. Серега привет передает. Серега. Я не... Это сосед, что ли, который сверху, что ли? Который 2 года не выходит, я как помню. Да нет, да нет, это другой, Серега. Это мой друг, брат. Мы с ним отдыхаем каждый день. А, чисто. Точно, да. Вы же к братьям сюда приехали после смерти жены, которая здесь жила и умерла. В общем, тяжело, конечно, было запомнить. Я даже записал на бумажке, завтра расскажу коллегам. Смотрите, вот. Ну, я, в общем, завтра говоришь, праздник, ну, завтра, чего, завтра, завтра праздник, праздник, я помню, ВДВ, да, дед, у нас с Серегой праздник, да. Я ВДВшник, я воевал. А вы, да, вы же во Второй мировой войне участвовали. Ну так я ВДВшник был, ВДВ. А, ВДВ были, понятно. Ну что-то мне кажется, что ВДВ тогда не было, ну да ладно. Это тогда не было, но потом было, Буцефало, знаете, Никита, Буцефало. Кого, кого? Авторитет Буцефал. Нет, таких не знаю. Ясно. Ну ладно, тогда я пойду сейчас еще это, к Машке скажу, она мне нальет этого. Ну, в общем, я вам сказал, тройно, вам надо обратиться в департамент городского имущества, да, не, обследовать вашу не, 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 дырку. Я понял, моя дырка, вот этого, моя дырка после, я сейчас вам, моя дырка после зоны невредима, как говорится. Ладно, то есть это, вы поймите. А вы еще
в тюрьме сидели. А то такое по мелочи, Кальяри. Я все скажу. Ну какая разница? Я вам завтра... Ну это не повлияет, даже если вы в тюрьме сидели, вам дырку заделают, если она угрожает. Я вам завтра позвоню, завтра. Общему имуществу дома. Обратитесь в ССЖ и в департамент городского имущества. Да, если там правда такая дырка, как все... вы говорите... Да, я понимаю. То вам ее заделают. Я уже обращался и туда, и сюда, но вот юрист мне как раз срочно нужен. Ну, в общем, нужен. Я вам говорю, значит, собирайте все на бумаге. Да. Проведите актирование, пригласите управляющую компанию, пригласите департамент городского имущества, муниципалитет, проведите актирование, укажите почему, что там течет, когда течет. А я понимаю, вопрос гораздо глобальнее, нежели вы себе представляете. Ну. Я понимаю, все это нюансы, мелочи, вот это все такое. Поймите, факт того, что сосед не уважает меня, присутствует, неуважительно отношение. Ну как он не уважает? Может, ну а как, если он пасту давит постоянно? Ну что он же какает в туалет, какает. Ну так он какает, у него нет. Вот проблема в том, что у него туалета нет. Он какает в дырку, которая в полу, которая ведет в мой туалет. И этот туалет... Такого не может быть. Я вам не может такого быть. Я вам объясняю, потому что может. Ну, что вы мне рассказываете? Я знаю, как устроена канализация. Вы ко мне пройдите, посмотрите, здесь все в глине коричневой. Но вы можете сфотографировать и выслать мне на электронную почту. А какая у вас почта? Да, а ну продиктуйте почту, сейчас я вам вышлю все. Ну, а зачем вам моя почта? Ну, чтоб... Я боюсь уже вас. Я ненормально. Сережа, Сережа. У меня друг Сережа, он в этих коммуникациях знает. Сережа, ты знаешь, что такое почта? Ну да, знаю. Почта России, да? Ну не знаю, какая почта у вас? А что он пищит-то? А что, у него, то есть, он же тоже сидел, как и я, там проблемы свои были. А где вы все сидите-то? Да где ж, там же, на это самое, на 10-м. Угу. Ну, в общем, конечно, я вам чисто теоретически могу дать почту, но ну, только если продиктуйте, вы пишете фотографии, хотя бы Сереж, понять, что там происходит. Сереж, почту на ну, отправишь потом? Да, я отправлю в конвертики, да? Ну, я не знаю. Какие конвертики? Это как? Электронные... А, какая электронная почта у вас, наверное, нету. Ну, в общем, не надо мне никаких фотографий, не надо никаких. Ладно, да я вам завтра я все вам покажу. Я вам поверю на слово. Я вам общем, завтра, я вы проснетесь, да, вы выспитесь, я вам позвоню. Я не перебивайте. Да. Так вы не перебивайте, я человек пожилой. Я человек пожилой, сейчас вы мне перебиваете. Только на юридические темы. Вот я вам говорю, обратитесь в департамент городского имущества, вот департамент жилищного фонда.